Всем привет! Меня зовут Ирина Лабаторина, мне 24 года, живу в городе Москва. Окончила Марийский республиканский колледж культуры и искусств в городе Йошкар-Ола в 2020 году. Я актриса и модель. Опыт в съемках имеется. Я снимаюсь в кино, в рекламе. Среди последних работ это сериал «Плейлист волонтера», режиссер Максим Свешников, где я сыграла девушку в лесу. И сериал «Внутри убийцы» режиссера Владимир Мирзоев, где я сыграла жертву маньяка Елизавету Бовы. Также я снимаюсь в рекламе. Среди последних это реклама Совкомбанка, реклама продукции «Село Зеленое» и «Озон». Спасибо за внимание, буду рада сотрудничеству с вами.